Обычно Европарк Рептора – это веселое и спокойное место. Но не сегодня. Рибл Сноу захватил принцессу и держит ее в башне над вулканом. Мы должны ее спасти. Забудь об этом. Я пришел сюда отдыхать. За спасение принцесса даст нам много конфет и прочей вкуснятины. Я иду, принцесса. Погодите, здесь же живет Рептор. Почему тогда он не спас принцессу? Рептор не знает, что она в беде, но где-то в парке есть специальный шлем, который позволяет разговаривать с ним. Если мы найдем его, то скажем Рептору, что делать. Ух ты, я не знаю никого, кто приказывал бы Рептору. Ну, может быть, его мама? Ребята, мы должны пойти туда и спасти ее. Да, и повеселиться. И покататься на аттракционах. И поесть пирожных. И мороженого. Ну, или может быть только мороженого. Пошли. Есть. Есть. Есть.